Традиционная масленица в совхозе имени Ленина около Дома культуры все-таки состоялась, несмотря на завалы снега, которые были вот на этой самой площади буквально вчера и чуть не появились сегодня утром. Сейчас, как мы видим, его оперативно убрали, по нему катаются дети. Нового снега, к счастью, тоже не завезли. Когда шла расчистка территории, трактора совхоза имени Ленина начали препятствовать, то есть заново засыпать площадь. После чего неравнодушные жители, сотрудники Дома культуры вышли и начали препятствовать работе техники, за что я им очень благодарен. Мы успели почистить площадь и все-таки устроить этот праздник. На площади перед Домом культуры собралось не менее 100 человек. Дети вместе с родителями с удовольствием наблюдали за концертной программой, а некоторые даже принимали в ней участие. Перетягивание каната, покорение масленичного столба и поднятие гири. Соревнование по душе нашел каждый. 33, 34, 35. О любви к блинам у нас вспоминают непосредственно перед самой масленицей. Однако это лакомство прекрасно не только для перекуса, но и для полноценного обеда. И мы решили узнать у наших местных жителей, у гостей этого праздника, с чем блины они любят больше всего. Ну, со сметаной, со сгущенкой. Прям вот это самое вкусное. Ну, да. Со сгущенкой. Да. А почему именно со сгущенкой? Потому что она сладкая. С вареньем. Спасибо большое. А с каким вареньем? С малиновым. Домашним. А я всеядная. Мне все вкусно. Гречишные самые вкусные. Сами блины гречишные. А с чем вкусные? Есть или просто? Побежали, побежали. С настроением, с хорошим. А без него гости праздника не остались. Дети наигрались, родители наелись, все сделали памятные фотографии. А самые любопытные смогли изучить выставку спецтехники ЗАО «Совхоз имени Ленина», оставленной с утра вокруг площади. Хоть какая-то польза. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.